Пока Мурман готовится к матчу с кировской родиной, мы расскажем о том, как прошла игра с Кузбассом. Надежда на победу в этом выступлении нашей ледовой дружины была, ведь команда из Кемерово занимает центральную строчку турнирной таблицы. Кузбасс матч против Мурмана начал с уверенных атак, которые почти не оставляли шанса заполярным хоккеистам. Впрочем, на последних минутах периода наши умудрились забить мяч в ворота соперников 4-1 в пользу команды из Кемерово. После перерыва Кузбасс поднажал, и это несмотря на один пропущенный гол от Мурмана. Итоговый счет на табло 10-2. Завершат предварительный этап чемпионата мурманчане, занимающий 13 место, 4 домашними играми. Ближайшее 17 февраля с кировской родиной. Мы хотели сыграть на контратаках, так как понимали, что Кузбасс – это быстрая, динамичная команда. Вот. Если брать первый тайм, то, в принципе, у нас были неплохие подходы, где мы неправильно распоряжались мячом, в плане атаки, я имею в виду. Вот. А во втором тайме у нас там, в начале буквально два игрока получили травмы, и мы уже не могли поддерживать тот высокий темп, который задал Кузбасс. Вот. Но в плане движения, если сравнивать игру с Красноярском и здесь, то, в принципе, и в обороне, и в атаке у нас движение было получше. Вот. Так, Кузбасс заслуженной победой.